Сравнение по истории России, учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Различия. Политика Сталина и Хрущева в отношении деревни. Тезис. Политика Сталина в деревне скорее противоречила интересам крестьян. Политика Хрущева в деревне скорее соответствовала интересам крестьян. Сталин выкачивал экономические ресурсы из сельского хозяйства. Например, из-за ограбления деревни разразился голод, из-за которого умерло по разным оценкам до 1 миллиона, даже полутора, наверное, скорее, полутора миллиона человек, полутора миллиона, да. Хрущев вкладывал экономические ресурсы в сельское хозяйство. Например, он развернул кампанию по освоению целины. В Казахстане и Сибири было распахано 42 миллиона гектаров земли. Также Хрущев организовал с той же целью кукурузную кампанию, насаждал кукурузу. Сталин не оказывал крестьянам социальную поддержку. Например, пенсии колхозникам не выплачивали, карточная система на них не распространялась, денежную оплату труда колхозники не получали. Хрущев оказывал крестьянам социальную поддержку. Например, начали выплачивать пенсии колхозникам, ввели денежную оплату труда колхозников, ввели минимальный размер оплаты труда колхозников. Ссылка на книгу в описании под видео.